День за днем мне нет покоя. Я превратился в чудовище. Я уже не могу остановиться. Мною овладела жажда мести. Кто запер меня здесь? Я наблюдал за тобой все 15 лет. Месть – лучшее лекарство для того, кто испытал боль. Давай попробуй. Ты говорил, что месть не главное. Главное узнать, почему он тебя запер. Одесу, давно не виделись. Что произойдет, когда наконец свершится возмездие? Твоя боль вернется к тебе снова. Осуществиться. Смогу ли я стать прежним Одессу?